вами надо сказать. Всем привет! Сегодня суббота, прекрасная погода, но очень холодно. И я вырвался на остров Канта. Я сейчас походил немного, поснимал с, скажем так, двух рук. Сейчас пройду еще раз и немножечко откомментирую, расскажу о своих впечатлениях. Это самый что ни на есть центр города. Вот там мы видим знаменитый Дом Советов, знаменитая башка робота. Вот там вот за мостом мы видим классические типичные хрущи. Это значит, что это центр города. Вот. За тем мостом прямо находится рыбная деревня, которая, как выяснилось, вообще 2006 года постройки. И, честно говоря, она у меня вживую никаких эмоций вообще не вызывает. Просто новостройки, серьезно, вообще ни о чем. Я посмотрел расписание, там, кстати, дают концерты, органы и классической музыки. На сайте посмотрю, сколько это стоит, удовольствие. Но интересно было бы сходить, на самом деле, посмотреть, как там внутри, и послушать тоже было бы неплохо. Наверху часы. На самом деле, я очень рад, что в советское время собор этот не был снесен, потому что по дороге сюда я проходил через вот ту самую башку робота Дом Советов, и там рядом с ним есть такие участки, в которых ведутся раскопки останков старого замка королевского, который находился на месте Дома Советов. И, честно говоря, ну, сердце кровью обливается, когда смотришь на то, как выглядел королевский замок, на его величественные стены, на величественный образ, и на эту совершенно дурацкую, абсолютно не к месту возникшую башку робота, которая вообще никогда не использовалась. То есть она, здание не было достроено, вот, кстати, оно. Оно никогда не использовалось по какому-либо вообще назначению.
отвратительно, просто, просто ужасно. Я очень рад, что здесь все осталось на своих местах. Здесь же у нас находится и Петр Первый. Каким он тут образом вообще причастен, я не очень понимаю. Здесь же рядом у нас такая кофейня в стиле Fallout. Fallout — это серия игр. Погуглите. И музыка тоже довольно такая в тему. И вот здесь площадь. По внешнему периметру собора можно будет видеть доски с эпитафиями. По сути, это очень старое кладбище, надо понимать. И, наверное, относиться соответствующим образом. Кнопка «Вызов помощи». Приятно. Здесь у нас, видимо, технические служебные постройки. Мусорный бак. Парковка для работников. Здесь мы видим такие, не знаю, как это называется, элементы оформления. Видимо, они оригинальные, старые, поскольку спрятаны за решеткой. Так, и вот о чем я говорил. Здесь переведены эпитафии на латыни и на русском языке. И чуть выше вот мы видим непосредственно саму эпитафию в стене собора. Их здесь очень много. Я прочитал только несколько из них. Но выглядят они, конечно, супер атмосферно. Я обязательно сюда приду еще вечером. Смотрите, а здесь уже замазано, да, она уже нечитаемая. Чуть дальше вот там находится могила самого Иммануила Канта. К нему подойдем, вот здесь я еще не был. Эпитафия Андреусу Фабрициусу, Селесский хранитель библиотеки. Да. Эпитафия Целестину Ковалевскому. Так, здесь уже нечитаемая практически эпитафия Альбрехту барону Цу Кителиц, регенту и Аллагафмейстеру. Напротив могилы Иммануила Канта находится памятник герцогу Альбрехту, основателю Кёнигсбергского университета. Я уже слышал про него многое. Интересно почитать про этого человека. Что интересно, от того университета остался только один камень. На этом месте стояло здание, в котором 17 августа 1544 года был открыт Кёнигсбергский университет Альбертина.
граффити, которое отлично показывает отношение, видимо, не только мое к этому строению на заднем плане, но и многих других калининградцев.